Сергей Сергеев. Если кто не знает, у нас тема мастер-класса «Как управлять другим человеком». И вот самолет начал терпеть экстренную посадку на улице. Приземлился. Задача крайне простая. Любой из вас, кто хочет, может выйти сюда, в течение там 3-4 минут сказать какой-то спич. И потом мы посмотрим, готова ли группа идти за вами. Ориентироваться по звездам. Я могу вас организовать, потому что я знаю жизнь. У вас громогласный голос, я слышала. Пожалуйста, помогайте сюда. Команда одна строит шалаши, команда другая разведывает местность. А мужчина достаточно крепко выглядит. Да? Давайте мы вас объединим, вы не против? Смотрите, мужчина. Ваши зажигалки мужчины. Да. Александр, а вы же тоже что-то умеете, да? Чтобы сделать, чтобы что? Это суть. Это суть. Не просто какой-то цель. Суть выжить. У вас с каждой новой порцией информации появляется все больше вера в то, что идя за Веславой, можно выжить. Именно поэтому поднимайте. Вы должны быть нужны группе для того, чтобы выжить. Должны быть нужны им живым. Угроза должна исходить не от вас, а навсегда. Типичный пример в бизнесе, когда я хэдхантил. Если кто хэдхантил людей себе в компании, чего начинается? Работает человек где-то, он считает, что у него все хорошо, а вы хотите, чтобы он работал у вас. Сначала надо создать у него хаос в голове. Это делается разговором. Это делается акцентом на какие-то перспективы, на планы, на семью, на зарплату бывает, на какие-то нефинансовые мотиваторы, которые тоже есть у человека, и грамотные HR, и до сих пор просто спокойно определить разговор. Создается хаос, у него автоматически появляется желание выжить. Все, что осталось сделать, это показать, что именно ваша компания сможет сделать лучше, чем где бы то ни было. И все. Начало бизнеса. Кто бизнес начинал со своими, например, друзьями или знакомыми? Появилась бизнес-идея. Взяли 2-3 человек, которые хотят, должны вам помочь, а еще пока, например, бизнеса нет, денег пока нет. Показали каждому, кто сколько из них получит денег. Вроде бы много, по сравнению с тем, сколько они сейчас получают. Например, сидят они на окладе 30 и больше не имеют, а вы им предлагаете 300, если бизнес пойдет. Проходит 3 месяца, нифига они не делают. Вы единственный, кто что-то тянет. Сталкивались с такой темой? И вы на них спрашиваете: ребята, а чего вы ничего не делаете? Ну, ты пойми, тут стабильно, у меня семья, вот и все. Он видит, что в той компании он выживет, хотя он получает 30-ку. А идя за вами нет.
несмотря на то, что вы ему предлагаете много. Не то вы ему продаете, сначала надо продать ему идею, что за вами выжили. Я. Даже может 300 не предлагать, а меньше. Не за деньгами не идет. Подать как-то себя. Вот так. Ладно, давайте тогда вопросы. А потом разыграем видеокурс активных продаж, как мы подарим книжку.